во-первых, живем сейчас в очень высокой степени комфорта, цивилизация нам подарила. И ЧП угрозу не воспринимаем. Да, ЧП как таковая не воспринимается зачастую, потому что если раньше какие-то природные явления, катаклизмы, бедствия, какие-то там голоды, пожары, наводнения, они воспринимались людьми действительно как трагедии, вот, то сейчас это мы видим действительно больше по телевизору, ну, либо по новостным лентам в различных социальных сетях. И таким образом получается, что любая экстремальная ситуация, она даже характеризуется как необычная для человека. То есть человек живет в определенной степени комфорта, что-то происходит, а из-за того, что у него нет опыта переживания подобных ситуаций, он не знает самому, как себя вести. И поэтому, с одной стороны, ему вроде бы нужно найти в себе какой-то резерв, чтобы справиться с этой ситуацией, а с другой – не ударить в грязь лицом и постараться выглядеть достойно, потому что наше социальное «я» мы стараемся сохранить максимально. Угу. И поэтому, ну, стыд зачастую играет огромную роль, в том числе и в чрезвычайных происшествиях.